наедине со зрителем, говоря о главном с помощью литературы. О вечных темах добра и зла, дружбы и вражды, подлости и верности, любви в самом искреннем ее проявлении. О том самом настоящем счастье вела свой творческий вечер заслуженная артистка России Тамара Селезнева. Перед прочтением произведения небольшая беседа. В ней артистка делится своими мыслями, переживаниями. Если бы сначала жизни я бы очень большое внимание уделила бы истории, потому что это удивительно интересная штука. Нас пытались долгое время расчеловечивать, а вот здесь мне хотелось, чтобы люди вспомнили, что они человеки, что они люди. Заслуженная артистка России Тамара Селезнева выступила перед зрителями в Доме культуры в Оболдине с литературной композицией по произведению Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Как истинная, настоящая актриса, она глубоко пережила все испытания, выпавшие на долю главных героев повести. Эта повесть была опубликована в 1987 году и принесла автору известность. А у меня в вагоне тоже двое ушечков. Только они маленькие, им в сумме 7 лет. Зовут их Жорес и Марат. Папа их погиб, да? Меня вы можете называть Регина Петровна. Зрители наградили Тамару Селезневу вниманием и, конечно, бурными аплодисментами. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.